Вот уже год, как Германия ведет войну с Россией. По этому поводу премьер Черчилль направил маршалу Сталину послание. Вот послушайте. Вы можете рассчитывать на нас в том, что мы поможем вам всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Что ж, Уинстон Черчилль еще раз подтверждает наши обязательства перед Россией. Кстати, я слышал, сэр, премьер полагает, что риск, связанный с посылкой конвоев через Северную Атлантику в Россию, будет оправдан, если хотя бы половина судов дойдет до Архангельска и Мурманска. Да, но именно та и другая половины нам сейчас очень нужны. Нам следует сосредоточить морские силы на театре Средиземного моря. Мальта, Балканы, Египет. Вот ключевые точки нашей войны. Мы не можем позволить себе распыляться. Но правительство Его Величества приняло торжественные обязательства перед союзниками. Обязательства порой становятся невыполнимы. Что поделаешь? Война. Пусть в этом разбираются будущие историки. Но при любом исходе войны Британия должна сохранить свои позиции в мире. У Англии, как вы знаете, у Англии нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей. У Англии есть постоянные интересы. Простите, сэр, я не совсем понимаю. Я 30 лет прослужил на флоте и... Это не из области морского искусства, коммодор. Проблема вечная. Быть или не быть. И решают эту проблему не одни флотоводцы. Ну а северные коммуникации? Ну что ж. Я убежден, что конвои в Россию невозможны, или почти невозможны в светлое время года. Откровенно говоря, для Британии это камень на шее. Хотелось бы, чтобы и правительство Его Величества, и весь мир поскорее убедились в этом. Но слово премьера, данное русским, обязывает нас к действию. Да, конечно. Поэтому верим нашу общую надежду в руки Всевышнего. Yes, sir. So, Dudley, according to our reports, a German squadron... Sir, по нашим сведениям, из норвежских баз выходит или уже вышла германская эскадра во главе с линейным кораблем «Тирпиц». Есть основания предполагать, что она идет навстречу конвою ПК-17. Тирпиц? Да, сэр, Тирпиц. Вот как. Когда же в таком случае возможно сближение? Вы думаете, сэр, мы можем его уничтожить? Нет. Нет, коммодор. У нас для этого недостаточно сил. Тирпиц — это более десятка тонн металла в одном залпе. Я думаю, что линейные корабли, крейсеры и миноносцы, идущие в охранении конвоя, могли бы перехватить германскую эскадру и связать ее боем. Это позволило бы транспортам избежать встречи с противником. Спасать транспорты ценой боевых кораблей? Вы забываете, коммодор. Флот нужен Великобритании, чтобы уберечь ее от вторжения. Случилось то, чего мы больше всего опасались.
Мы ведь с вами были убеждены в невозможности североатлантических конвоев в Россию. Мы не вправе рисковать крупными надводными кораблями, и потому должны вернуть их в Исландию. Бросить конвой в океане? Но ведь это предательство, вы хотите сказать? Нет, нет, коммодор. Я никогда не предавал интересов Британской империи. Они для меня превыше всего. Мы с вами, коммодор, должны быть трезвы и дальновидны. Не в наши годы примеривать латы рыцарей. Как ни прискорбно, мы вынуждены отдать печальный приказ. Радиоперехват, сэр. Тирпиц атакован советской подводной лодкой. Попадание двумя торпедами. Германская эскадра получила приказ срочно укрыться в норвежских базах. Мы можем вернуть корабли охранения к конвою. Вы уверены, что это не провокация, чтобы заманить наши боевые корабли в ловушку? Но немцы не знают, что мы владеем их шифром, сэр. Шифры, коды, агенты. В последние сутки чересчур много путаницы в донесениях разведки кораблей. Вам не кажется, коммодор? У нас нет достаточных оснований менять приказ. Конвой подвергается непрерывным атакам. Там гибнут люди. Наши люди, сэр. Это война. Мы сохраняем флот, а значит, Великобританию. Да, судьба конвоя трагична. Сэр Уинстон Черчилль назвал ее одним из самых печальных эпизодов текущей войны. Если верить последним донесениям, немцы потопили 23 судна. Это 120 тысяч тонн грузов. Кстати, премьер-министр направил маршалу Сталину новое послание. Вот что он говорит. Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий. С очень большим сожалением мы пришли к заключению, что попытка направить следующий конвой, ПК-18, не принесла бы вам пользы и нанесла бы только невозместимый ущерб общему делу. Вот видите, а мы с вами, коммодор, опасались этого еще в июне. Вы свободны, коммодор. Well, what's up? Что случилось? Hello. What's this? Что это? Oh. I see. А, понимаю. Сэр, я надеюсь, что заслужил право командовать в море хотя бы миноносцем. Да-да. В юности, помнится, я искренне был убежден, что золото на мундирах у корабельных офицеров сверкает ярче и чище.